Сегодня расскажем о крайне интересном, но малоизвестном одноальбомном проекте английского композитора и басиста Стива Хоутерна, который, впечатлившись грандиозной работой своих американских коллег из Чикаго, создал в середине 69 года большой ансамбль «Walrus» — «Морж» по-русски. Идея подкрепить классический рок-саунд мощной духовой секцией была очень модной в то время. И многочисленные эксперименты музыкантов по обе стороны Атлантики рождали действительно потрясающие коллективы, исполнявшие то, что тогда упрощенно называлось «брас-рок», а по сути было настоящим фьюжном, соединяющим черный джаз, фанк и соул, стили которым и были присущи духовые, и белый, как я его называю, университетский прогрессивный рок. И вот этот мини-оркестр, состоящий из 8 человек, октет, много и успешно концертировал в окрестностях Лондона и летом 69-го был замечен скаутами лейбла Decca и поощрен записью полноценной пластинки на своем прогрессивном подлейбле Derham. К концу года альбом был готов, но по техническим причинам появился на прилавках лишь в конце 70-го, то есть практически через год, когда все восторги публики по поводу такого рода музыки уже улеглись. Наверное, это может отчасти объяснить низкий покупательский спрос, слабые продажи и отсюда нежелание лейбла на продление контракта. Несмотря на лицензионное издание пластинки в Германии и Японии, непрекращающиеся гастроли и наработанные новые идеи и песни, второго альбома не случилось. И в 72-м году «Walrus» благополучно распался. Наиболее заметными номерами пластинки стали открывающий альбом эффектная и рифовая песня «Who Can I Trust», изданная также в качестве сингла, сложная и составная «Rags and All Dire», отмеченная мистическим голосом вокалиста Ноэля Гринвэя, а также мастерская переработка песни «Colored Rain» соотечественников «Traffic». Для коллекционеров также интересна неальбомная песня «Never Let My Body Touch The Ground», которую можно услышать только на втором и финальном сингле группы, вышедшем в начале 71 года. Пластинка была спродюсирована неутомимым Дэвидом Хичкоком, уже известным нам по работе с прогрессивными муравьедами из группы «Artwork». Из многочисленных участников группы только барабанщик Ян Мозли добился признания, на долгие годы забронировав за собой место за ударной установкой в популярном неопрогрессивном коллективе «Марион». Приятного прослушивания.